Пожалуй, впервые за долгое время сессия депутатов Государственного собрания Мордовии началась с новостей обнадеживающих. Доходы республиканского бюджета выросли. Документ на 1 декабря 2021 года исполнен на 98%. Теперь денег хватает на исполнение забытых социальных обязательств. Например, на покупку квартир детям-сиротам. В текущем году впервые за несколько лет на приобретение жилья детям-сиротам были выделены дополнительные средства республиканского бюджета в сумме 26 миллионов рублей, это почти там 24 квартиры. Это было сделано еще в августе месяце, сейчас эти квартиры уже приобретены. Также сейчас мы прорабатываем с Минфином России возможность выделения дополнительных средств федерального бюджета в соответствии с поручением президента Российской Федерации о ликвидации очереди по детям-сиротам до 1 января 2024 года. Еще одна экономическая новость. Депутаты приняли закон о понижении налоговой ставки для крупных предприятий с 5 до 3%. Мера вынуждена и временная. Из-за пандемии показатели промышленности Мордовии, как и в целом по стране, были снижены. Выйти на прежние объемы, при этом не потерять штатную численность, помогут государственные рычаги. Без налоговой льготы предприятия, трудно, скажем так, работать. И поэтому, чтобы как-то поддержать это предприятие, учитывая, еще раз говорю, что оно градообразующее, чтобы люди работали, они уходили на какие-то трехдневки и так далее, да, то есть вот такое решение предложено правительству, мы его поддержали. Такое решение народные избранники поддержали единогласно. Теперь для того, чтобы постепенно выходить из финансового кризиса, у Мордовии есть все инструменты, а теперь еще и настроен конструктивный диалог между министерствами и ведомствами. Мы активные участники национальных проектов. В текущем году смогли привлечь и дополнительные средства на то, чтобы ускорить по многим направлениям, особенно в очереди в детские сады. Много вопросов остается в здравоохранении, в образовании. Но мы здесь для этого с вами и собираемся, чтобы эти вопросы как можно быстрее решить. Депутаты рассмотрели 8 вопросов, главные из которых касались финансов. Если в цифрах, за 10 месяцев 2021 года в бюджет республики поступило 24 миллиарда рублей. Это почти на 4 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Прогноз налоговых поступлений по году увеличен больше, чем на 700 миллионов рублей. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.